Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это совсем маленькое видео, чтобы поглумиться над неудавшимся концом света. Кстати, всех вас поздравляю, продолжаем коптить небо. Но, тем не менее, древние майи-то облажались? Ну, точнее, конечно, не древние майи, а современные паникёры, которые развели на всем этом замечательное шоу и все надеялись, авось, да что-нибудь будет. Но ничего не произошло. А наши любимые создатели «Цивилизации 5» сделали классную ачивку внутри игры. Вот я ее как раз именно сегодня, специально в этот день, и получил, и сейчас вы увидите. Ачивка заключается в том, чтобы в 2012 году по времени игры, вот я сейчас вам показал, что у нас 2012 здесь, побомбить ядерной бомбой какую-нибудь цивилизацию. Ну, то есть собственными руками устроить конец света в одной отдельно взятой игре. Вот я выбираю, кого бомбить, Стокгольм или Константинополь? Константинополь или Стокгольм? И, пожалуйста, апокалипсис сегодня. Играя за Майю, подвергли какой-то город ядерной бомбардировке. Вот получил сегодня в 1:27 по Москве. А всех моих зрителей поздравляю с наступлением конца света. Хорошо вам его отметить. Не забудьте еще отметить конец света по старому стилю 3 января. Ну а над всякими подобными суевериями смейтесь вместе со мной. Все, удачи, до следующего конца света.